Всем привет, меня зовут Роман, я из Ташкента, 88 года рождения. Прошел курс Poker Pro и хочу поделиться своими впечатлениями. До курса я играл NL10, NL25, когда начал заниматься, спустился на NL10, чтобы лучше усваивать информацию. Курс мне очень понравился, хотя было очень сложно, потому что покер — это не основной мой вид деятельности, у меня есть основная работа. Открыл для себя тоже очень много нового, очень интересного. Для меня весь курс был очень полезен. Open raise, бетсайзинги, диапазон оппонентов. Вообще здорово, супер. И я надеюсь, что в дальнейшем я смогу развиваться и получать столько же удовольствия, сколько получил на этом курсе. Вот. Отдельно я хочу сказать спасибо Наталье, которая мне помогала весь курс. Я ее мучил вопросами, а как то, а как это, а это зачем, а это почему. И огромное спасибо куратору Александру. Саня вообще красавчик. Вот тоже со мной намучился. У меня было миллион вопросов, причем таких иногда глупых. Вообще всем, кто хочет заниматься покером, я советую пройти этот курс. Вот, там неважно, кошельки, МТТ, без разницы, базы, она в любом случае практически одна и та же. Поэтому оно того стоит, и вложенные деньги, и потраченное время. Вот, если вы собираетесь этим зарабатывать и жить, то я думаю, что вперед из песни. Всем спасибо, с наступающим Новым годом!